Это Энди Флетчер с женой, судя по всему. 2669. Не знаю, что это такое. Это тоже Энди Флетчер. Вот такая карточка. Дюран, Дюран. Еще Дюран, Дюран. Depeche Mode. Martin Gore. Еще один Depeche Mode. Крутая фотка. А тут еще несколько Depeche Mode-ов. Опа, сидят, обедают. Четвертая. А тут тоже Depeche Mode. Хоп. О, вот так карточка Depeche Mode. Так, фото 86. Depeche Mode. Что тут написано? А, ничего. Ничего не написано. И еще один Depeche Mode. Фото 87. Так, что тут у нас еще есть? Увлечение Depeche Mode. Плакатик. С журнала Longplay. Вернее, не журнал, а газеты. Music for the masses. А, тут тексты песен. Тексты песен. Всех с альбома and Music for the Masses. Вот. Еще один лонгплей. Это дискография Depeche Mode. Тут много всяких текстов. Так, дальше. Журнала, польского журнала Popcorn 96. Алекс Кристинс в студии сидит. Видно там? Ой.
моя перерисовка с альбома Holy Noise винилового. Тут газетная статья об экосониках. Экосоник поддерживает талантливых одинцовцев. И я на фотографии. Вот он. Газета «Одинцовская неделя». Февраль 2006 года. Непосредственно лист с автографом Arrival. Это Дима Постовалов, а это Олег Радский. Я тут всякие заметки для себя делал. Тут всякие там технаназвания. UHF круто, Shut Up and Dance 92, 808 State, West Bum с 88-го, Overdose, Technovolt 3 части, GTO английский дуэт, D-Shake голландский, Go Bang. Вот, я такие вот для себя заметочки делал о группах. На группах. Тут у нас что? Московская программа. А вот. Перевоплощается в дэнс. Технодэнс. Статья про техно-дэнс. В общем, на фотографии изображен проект Шейман. Вот. Тут всякое написанное, скажем так, субъективное чьё-то мнение про техно-музыку какого-то журналиста древнего. А какого древнего, я не знаю. Но это ориентировочно год 93-й, может. Да. Вот Адамский. Грузошин на одной странице. На польском языке из журнала Попкорн. Дальше что-то тут у меня тетрадка. Mayday Rave Olympia. Это переводы с немецкого журнала Mayday. Диджеи и рейв Олимпия. Лоран Гарнье, популярный диджей из Франции, Германии, большой активист и представляет французский стиль хауса. Вот. Много чего. Про кого? Карл Кокс, Стив Мейсон, Мисс Джекс, Чирилло, Диджей Гэнгстер, Флай, Диджей Танит, кстати, Диджей Хулиган, Пьер Морган, Диджей Гизмо, Паскаль Феос, Элтиджей Бьюкин, Диджей Том, Диджей Вуди, Пьер Морган, Рон Трент, Планк, Пол Элсток, Диджей Фрэнки Боунс, Эйси Джанкис и Дженлок.
Ну, и про джингл я не успел что-то дописать. Написал только, что группа, куда входит три основных человека, это Клаус Питер по прозвищу Клэп, костяк группы, Инга Кейс и Оливер Кюнцер по прозвищу Оли. Вот, тут дальше пустая такая. Забил я на это дело. Это что? Это каталог какой-то. Так. Дальше. Noise. Переводилка. Noise detection. Статья про лейбл Warp. Ксерокопия. Журнала DJ проект Ricky Disco на фотографии. Вот Ли Ньюман и Майкл Уэллс. И дискография Ворпа. Синглс Смок Хукил JFK. Тут еще Interactive, вот HLP, все на польском языке. Что у нас еще? Вот журнал DJ, статья про сборник, первый самый сборник Technohead 93 года. Вот на английском языке GTO Dataflow Top 10. Да, это я изучал, помнится. А, да, вот написано 21 июля 3 по 3 августа 94 года. Это журнал DJ. А сборник выходил в 93-м году. Техновет. Это у нас Audigy. Оп. Статейка. Тоже на польском языке. И тоже журнале Попкорн. Судя по всему. И еще статья про Вестбама. Вот. Это из журнала DJ. Да, из того же журнала DJ. Что у нас еще? О! Это мне, помнится, приходило. Не помню как. По-моему, через фанатов. Заказывал распечатку. Пробил Трама. Тут 90 релиз. А, нет, это про биографию Белтрама на английском языке. Вот. Тут все его релизы. Вот. Геймформ, метро, The Omen, Instant и многие другие. С 90 какого-то там лохматого второго года. Вот. Это все про Белтрама. Что еще? Ну, еще на польском все. Ба, Unity Six. Unity Six. Ice Crystals на фотографии. Карьера диск-жокея с Хамб United Six. И вот он в бочке сидит и на велике катается. Вот такой вот веселый чувак. Что тут еще? О, это английский журнал, газета,
который мне привезли из Англии, называется Core 92 года. Тут, ну, в общем, клубный журнал, как это называется. Вот. Метрополис. Реум. Так, что тут еще? Ну, в общем, я его тогда немного, ну, прочитал, и на тот момент неизвестные вообще проекты практически все описаны. Ну, вот, но это английская рейв-сцена начала 90-х. Вот тут можно вот Top Sellers, Fire Prodigy, I Feel Love, Messiah, The Feeling, Urban Hype, Pista Apache, Discus, Around the World, Day In. Ну, в общем, The Grid, что-то тут, CNC Music Factory и Bizarring. Английская сцена. Groove Rider Exclusive. Да. И Стретчи. Огромная статья. Не знаю, не вникал в этот проект, не слышал его. Ну, вот это хаос, скорее всего. Adrenaline. Проект Adrenaline. Тоже не знаю. Так. Это тоже ничего такого примечательного. Ну вот, тут все прорыв английский. Ну, в общем, так, себе журнальчик местного разлива, судя по всему. Оп. Вырезка из журнала Диджей. Статья про спиджея. The Spice of Life. Ну, на фотографии изображен Юхан Пап, известный как Спиди Джей. Вот, тут еще фотография. Ну, в общем, статейка. Тут что-то все черное. Не знаю, что это такое. А, о, я ради вот этой фотографии вчера копил, где Cosmic Baby играет на клавишах. Ну, известная фотография, но ксерокс получился херовеньким. Деньги отдавал за ксерокс, помнится. Это что? Статья про проект Харслова 94 года. Вот они тут вдвоем. Рамон Ценкер и Оливер Бонтия. Тут дальше идут черновые переводы с журнала Made, которые мы писали. Я там не один писал переводы, я писал, мне помогала там девушка одна. В общем, я корректировал, она переводила, а я уже потом корректировал текст. Так, вот. Про Mayday. Есть рейвы, есть Mayday. В общем, самого журнала у меня, по-моему, не сохранилось. Это, вот. В общем, черновых вариантов масса.
сейчас посмотрим, может быть, есть. Мне кажется, понять, где они, эти журнальчики. О, вот это вот тема. Вот этот лист, это одна из каких-то моих программ на History of Techno на 6.8. И тут вот, в общем, я текст набросал и иногда им пользовался на программе в прямом эфире. Ну, прикольно получилось. У меня где-то есть даже запись аудио на кассете. Ну, как-нибудь оцифрую. Прочитать вам. Ну, давайте. Что тут? Freeband знакомит вас с первым интернациональным LP. Этот инструментальный трек является аранжировкой песни, сделанной специально к фильму Cyberstorm. Это перевод с буклета Fierce Ruling Diva. Статья, перевод о Prodigy. Гениальное техно. Интересно. Известное название The Prodigy, которое означает чудо, и в действительности на сцене техно это что-то особенное. В Англии очень же литературы давно. В общем, вот это вот статейка про Prodigy 92 года. Дальше идет. Это вкладка в виниловый релиз DJ Higinio. Это Minimal Techno. Вот такая вот бумажка туда была вложена. Это первый релиз этого лейбла Echo House. И поэтому тут какие-то инфа какая-то про Higinio. Вот. И реквизиты лейбла. Так, дальше. The KLF. Это текст песни What Time Is Love. Вот, тоже журнал, по-моему, какого-то то ли... А, вот, браво, да, журнал. Вот, вот Time Is Love. Текст. И на немецком рядом. На английском и на немецком. Вот. Какой-то панк. Это нам не очень было интересно. Дальше. Так. Текст песни Duran Duran из того же журнала Браво. Ordinary World. На сей раз на английском и рядом на русском языке. Вот. Тут оп. Фотография Duran Duran.